Всем привет! Небольшое предисловие перед тем, как начнется видос, буквально пару минут. Во-первых, весь прогресс длится 49 секунд суммарно. Во-вторых, это last прогресс перед full GP, который выйдет, но будет довольно трудно, потому что примерно вот такое нужно будет синковать. Очень трудный дроп, особенно для моего full click sync стиля. Но это не суть, я это как-нибудь досправлюсь. И еще что хотел сказать, здесь будет парт на кубике маленьком. Какая тут скорость. Сука, спасибо редактору. Так, понятно, минус первая скорость. В общем, этот парт, он будет memory. Тут уже некоторые memory элементы, как видите, есть. Будет, знаете, вот так. Поэтому не гоните в комментариях, что слишком пусто. Я принципиально записывал это без X-бота за много попыток, потому что этот экстрим гораздо труднее, чем мой скилл. Все, кто пишут, что это не экстрим в комментариях, мама ваша не экстрим. Это экстрим. Абсолютно все нормальные слейеры, которые мне давал это на плейтест, сказали, что это экстрим в один голос. Возможно, начало не слишком трудное, но я не дебил, чтобы делать слишком легкое, точнее, слишком трудное начало, на котором ты будешь просирать 80% попыток. В общем, приятного просмотра. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.